Возможно, это что-то ценное. Обнажились новые берега. Надо поискать там что-нибудь полезное. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Можно причалить здесь. Вот эта статуя. Кто ее поставил? Не знаю. Какой-то рисунок. Может, карта? О! Может, это карта со... Со временем научишься.
что, расскажешь что-нибудь интересное? Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Одна из них была про зайца и черепаху. Как та у ведьмы? Не пара. И что было? Они решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать. Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. А какие еще истории ты знаешь? Жила-была лошадь. Она решила отомстить своему врагу, оленю. Лошадь не могла убить оленя сама. Она встретила охотника и заключила сделку. Она дала надеть на себя упряжь и позволила человеку сесть в седло. Вместе они убили оленя, и лошадь почувствовала вкус победы. Но охотник не захотел отпускать лошадь и поработил ее. Значит, ради мести он лишился свободы. Надеюсь, оно того стоило. Нет, не так. Thank you.
Я что-то вижу наверху. А это что? Рог. Вот отверстие. Подуем в него? Не знаю, что случится. Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рог! Нет. Мы испытываем твою волю. Воля у меня есть. Сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. Если ты не подуешь, и я не буду.
эта башня приведет нас к горе. Я готов. Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Отец, посмотри наверх. Ugh!
Я не могу это прочесть. Я же говорил, нам нужен ключ. Я не могу прочитать. Еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное.
Шифра. Нужно найти еще несколько таких. Ох, что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой нитшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Какой здесь туман? Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальная весть. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить,
Твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да. Но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это... Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу, потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: «Мазурин сэм Генгур, эйген вегум ханс». Генгур айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, Нет, трогай меня! Что? Я не трогал, ты что? Я потом зайду. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ с шеи. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаньей мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. О, нужно отвлечься. Где ты их вообще носил? Рад, что был полезен. Атрей, ко мне!
Так лучше. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Ha!
Так просто мы не откроем. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь.
Пауэлл! Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. А знает ли Синдри, что его небодвиг запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Это дым? Почему ты не устал? Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда. Она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание – это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может... Так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира.
идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гном у подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Просто поверни. Вот, видишь? Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем, и Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально.